Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэль Шумахер вышел из комы. Об этом сообщает немецкое издание «Билд» со ссылкой на менеджера автогонщика Сабину Кем. Состояние Шумахера оценивается как стабильное, и он больше не нуждается в помощи специалистов в Гренобле. Михаэль уже покинул клинику, чтобы продолжить длительный период реабилитации. Семья Михаэля Шумахера поблагодарила врачей и весь медицинский персонал клиники в Гренобле, а также поклонников спортсмена, которые переживали за его судьбу.